Здравствуйте. Программа «Смешные деньги». Мы вам сейчас, если вы согласитесь, ставим в ухо вот такой же микрофончик, как у меня вот вставлен. Наушничек. Наушничек. Повесим петелечку. И так будем с вами общаться. Если вы выполните 5 наших заданий, получите 50 тысяч рублей. Так, секунду. Стопы. Вот ваш друг Александр. Вам его предстоит разыграть. Видите, как хорошо его видно. Парня. Согласны? Согласен. Главное, чтобы Александр ни о чем не догадался. Раз, два, ты меня в ухо слышишь? Да, слышу. Все. Поэтому говорю, вы можете час использовать. Хотите вот сейчас, не платите за час, за этот час. Либо можете в будущем его использовать. Все, приятной игры. Все, удачи. А теперь самое главное, Санчо. Нам надо набрать больше страйков. А, мой ход. Так, можно больше страйков? Начинаем, друзья мои. Персона нон грата. Поехали. Поехали. Петр, если согласен играть, закажи графин водки. Граммов 200-300. Ну, на свое усмотрение. Санчик! Подожди, сколько осталось пузырей? Раз, два. Есть? Что? 100 или 200 берем? Водовка. 100. Тебе, а мне? И тебе 100. Старенькие молодцы. 100. Тебе, а мне? Можно это самое? Водовки 200 грамм. Хорошо. Ох, рискуем мы с тобой, Илья, потерять героя. Огурец-помидор? Огурец-помидор. Хорошо. Можно с ножом и просто огурец-помидор, мы все порежем. Вот это уже нельзя. Итак, Петр, задание на 3000 рублей сейчас вам предстоит. Все, я поеду сейчас кину, а потом приеду. Добрый день. Я вынужден вас огорчить. Вы у нас в черном списке. После того, что вы в прошлый раз натворили, вам вход в заведение запрещен. Я вас попрошу рассчитаться и покинуть заведение. Скажи, что вы никуда не уйдете, и расскажи другу, за что тебя внесли в черный список. Знаете, да. Идите в баню, честно говоря. Ну, правда. Ну, серьезно. Просто вступайте. Ладно, хорошо? Да. Да, и если вы там хотите, то вы там узнаете, почему. Петр Богомолов. Хорошо. Петр Богомолов. Хорошо? Хорошо. Окей? Санчо. Расскажи другу, за что тебя внесли в черный список. Что ты сделал в прошлый раз? Был здесь просто. Я в соседнюю дорожку закидал. Мало того, что шар. Я еще и вазу, и графин закидал. А я тогда выиграл, поэтому я имею право это сделать. Александр бедный. В прошлый раз говорит, заходи, делай, что хочешь. Я что думаю, что приперся-то все? Я пока не отняли. Не бую. А? Не бую. Давай, потихоньку. А мы спокойно. Красиво? Хорошо? Правильно, Сань? Все, давай, будем здоровы. Если согласен играть дальше, сделай большой глоток из графина. Да. Идите все нахуй. Остановись. Лучше мы порешаем все спокойно, чем мы будем сейчас. Играем или нет? А мы играем. Давай. Гори. Твой ход. Петр. Сейчас мой бросок. Тихо, да. Спокойно, все, отслай. Все-таки это он был. Вот. Поэтому я попросил бы собраться, расплатиться за дорожку. Потому что в прошлый раз он до трусов разделся, шарами начал бросаться, телевизор бил. Это мой страйк был? Чего еще опять? Чего ты к нему докопался? Здравия желаю, молодые люди, лейтенант Коробков. Что происходит у вас? Сейчас мы выиграли еще один час игры, так? Нет, просто в прошлый раз также начиналось с пива, потом с водочки, в итоге он телевизор разбил. Хорошо. Смысл же, что мы можем сделать? Друзья, я был не один. Второе задание на 5000 рублей. Откажись покидать заведение, устроить скандал, запугивай менеджера своими родственными связями. Мои документы, они у меня, но я не обязан вам показывать сейчас всю секунду. Потому что здесь у меня все, они знают. Скажите, что Петр Богомолов. Все. Ну, здесь же не приглашают. А где администрация? Вы администрация? Санчо, это здесь мой друг. Он должен все это сделать. Он это самое. Так что, парни, вы там разберитесь сами. Если согласен играть дальше, похлопай 3 раза над головой. Заходили, мужчину ударили еще мечом. Давайте поаплодируем этому событию все. Давайте поаплодируем этому событию. Третье задание. 7000 рублей. Возьми 2 шара и сделай одновременно бросок в дорожку 2 шарами.
Саня, пусть они разбираются в баню. У нас есть возможность. Санечка, все, Сань. Тихо. Опа, ты видал, да, я сейчас... Смотрите внимательно. Стой. Не надо. Бросай. Ты должен бросить. Не надо, прошу. Сейчас, Сань, ну давай ему дадим шар. Будете со мной не бросать? Не надо. Я тебя прошу. Гражданин. Давай уйдем. Куда уйдем? Пойдем. Сань, я все сделал. Все нормально. Все нормально. Ребят, сейчас они разберутся, там и все сделают. Чего там снимаете? Уходим, все нормально, ребят. Я не пойду отсюда, Сань. Граждане находятся в алкогольном опьянении. Надо выводить, значит, оперативную группу. Будем производить захват. Отказывается предъявлять документы. Ведет себя неадекватно. По словам администрации, не первый раз уже зафиксирован случай. Мы ничего не нарушили. Нет, я тебя прошу. Давай уйдем. Давай спокойно сделаем. Давай уйдем. Мы уйдем. Потому что я ничего не сломал сегодня. Нет, все. Ничего нормально. Не сделал. Все нормально. Возьми сразу два шара и сделай бросок одновременно двумя шарами. Можно я два шара брошу? Можно? Да, если человек уходит, давайте бросайте два шара, ребята, приходим. Ну пусть он бросит два шара. Можно, последний. Да? Пусть все, да. Проблем нет. Да, бросай. В это же ничего не добавлю. Пусть бросает. Все, давай выдохнем, просто отдохнем. Да я тоже выдохну. Пей. Хорошо? Пойдем домой, хватит. Все, ребята, никто сейчас никуда не уходит. Мы ждем наряд. Садитесь, пожалуйста, на ваши места. Если вам надо кинуть шар, пожалуйста, кидайте шар. Садись. Никуда не уходим. Резко бросай шары. Рвани, резко брось шары. Засчитаю. Бросай. Куда ты два шара? Бросил два шара, пошли. Так. Четвертое задание. Ты должен минуту изображать из себя иностранца, который не понимает по-русски. Присаживайтесь вот сюда. Сюда присаживайтесь. Вот, присаживайтесь на стул. Уйди. Присаживайтесь. Вас издаст вообще. I'm sorry. Weiss, no. Deutsch. I'm Deutsch. Вы только что хватит Ваньку валять. Да он придуривается. Вы не видите, что он по-русски... Он до этого по-русски разговаривал. Присядьте на место. Объект, переводчик. Какой язык? Deutsch. Пришлите американцев. Weiss, no. Deutsch. No, Weiss. Сейчас, Deutsch. Только что по-русски. Присаживайтесь. Молодец, засчитаю.